чуть-чуть комментариев к тому, что происходит. Стоит мотор, заводится отлично с полоборота. Накинуты фары для примерки. Вроде бы все замечательно. Уже поставлены задние двери. Регулироваться будут чуть попозже, когда будут и передние стоять. Стоит переднее сиденье. Руль, торпеда. Установлен потолок. Отмыт. Диски для красоты и большего стимула. Опять же, задние фонари примерены для зазоров. Проклеен багажник для себя больше, наверное. Скоро будем ставить, наверное, заднее стекло. Так, это левая сторона. Так, ну, как-то так.